Я хочу стать кровачистом. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия кровачист? Кровачист? Ну, кровь чистить от слова. Кровь чистит. Ну, кровь чистит специально. Есть такие лекарства. Профессия. Травы. Профессия, а профессия? Человек кровочистит. Ну, человек, который занимается чисткой крови, да? Ну, чисткой крови специально есть аппараты, такие медицинские работы. Или... Ну, а кто кровь чистит? Травы не чистит. Или народные лекари. Народные, да? Лекари. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за профессия такая, кровочист? Без понятия. Все, спасибо. Как вы думаете, какая профессия такая новая, кровочист? Кровочист. Ощущение такое, что чистит котов от клещей, не знаю, да? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия, кровочист? Какая? Кровочист. Пиявка, наверное. Нет, профессия, профессия. Скажите, пожалуйста, что за такая профессия, кровочист? Как думаете? Такого слова нету. Профессии, наверное, такой тоже нету. По-другому как называть? Что за такая новая профессия? Кровочист. Ой, я даже не знаю, не слышала даже. Что за такая профессия? Кровочист. Я не слышала про такую профессию. А вы знаете, что за профессия? Как вы думаете, что за такая профессия? Кровочист. Понятия не имею, если честно. Первый раз слышу. Вот. Какая? Как думаете? Не знаю. Угу, спасибо. Как вы думаете, что за такая профессия? Кровочист. Какая профессия? Кровочист. Трубочист, что ли? Кровочист. Кровочист. Даже не знаю, что сказать. Чистить кровь. После комаров. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия? Кровочист. Ой, даже я не знаю, даже знать не хочу. Название очень опасно, как мне кажется, звучит. Кровачист. А с другой стороны, что-то то, что чистит кровь, может быть, помогает нашему здоровью, избавиться от всяких инфекций, заболеваний. Могу ошибаться. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия кровачист? Кровачист? Диализный центр, чтобы напоминать. Где проводят очистку крови. Ну, я, наверное, тоже с мужем соглашусь. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия кровочист? Который кровь чист. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия кровочист? Кровочист. Чистит кровеносные сосуды. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что за такая профессия кровочист? Я не знаю, что это профессия. Кровочист? Честное слово, я не знаю, что это профессия. Все у нас кровь чистит. Все у нас кровь чистит. Кровочист. Ответа нет у меня. Медик. Врач. Кровочист. А если мозгов? Хирург, наверное, который операцию делает. Нет? Не такой профессии вообще. Не такой профессии.